Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очень интересные покупочки Wildberries Озон. Будут интересные эксперименты, итак, поехали. Покупочки Озон, у меня тут тушь белорусская, Люкс Визаж XXL, сейчас распечатаю, покажу. Я ей де Фаберлик пользовалась лет 5, наверное, точно. И вот тут Ляна мне напомнила, решила освежить свои впечатления, потому что она действительно была вау. Это лучшая тушь, она тогда стоила 200 рублей, сейчас ее тоже можно купить за 200. Но что-то вот на Wildberries писали, что подделка, сравнивали, сам тюбик меньше, вместо Люкс Визаж, вот здесь вверху вообще другой бренд. В общем, я решила заказать на Озон, там отзывы хорошие, 250 рублей. Сейчас открою, покажу. Так, и тут у меня кондиционер. Когда вместе тестировать, наносить, вот так выглядит тюбик, то есть XXL, она еще с сиреневым. Фокус вообще не хочет на этом флаконе фокусироваться. Вот от слова совсем. Потому что блестит, вообще не хочется. Посмотрите. Он, наверное, или все фокусируется. Ну-ка, вот так. О, суперский. Ой, супер объем. Эффект накладных ресниц. Сверху тут должно быть написано Люкс Визаж. Сейчас кисточку покажу. Кисточка силиконовая, как я люблю. Я раньше только силиконовыми пользовалась. Вот такая длинная. Нормально тушь выдает так. Нормально. Вот такая вот она интересная. Покажу вам тогда эффект от нее или пост в Дзене подробный напишу. Раскрасится. Она может и сначала вау-эффект выдавать, но вообще, как правило, ей нужно раскраситься. Очень много лет этой тушью девчонки пользовалась. Прям вот только ее и брала. И Вернель. Прошлый кондиционер, который Веста, мне вообще не понравился. Ну, как не вообще. Мокрое белье. Пахнет классно, мне очень нравится аромат, вот этот пион, все супер, все отлично, но оно высыхает, и аромата нет вообще. Вот я пробовала даже чуть ли не пол флакона наливать на стирку, девчонки, а он концентрат, он густой, я не думаю, что его разбавили, там мне подделка попалась, он очень густой, как бы в этом плане все отлично, белье после него тоже нормальное такое, мягкое, но аромата нет, а мне вот он важен. По совету девчонок опять взяла Вернель. Я его 100 лет не брала. Вот такой вот загадочный лотос. 140 дней. Здесь сколько миллилитров? Я забыла. 34 стирки. Он еще большой есть. Цена адекватная, в принципе, вообще. И хочу его потестить. Сейчас откроем. Слушайте, ну пахнет вкусно. Цветы плюс ягоды. Вот как-то у меня такое. Вот ягоды даже на первый план выходят. Но аромат классный. Посмотрим, как будет держаться на белье. По густоте он, кстати, жиже, чем Веста. Но, по-моему, чуть погуще, чем Фаберлик. Такой вот. Да, погуще, чем Фаберлик. Он тоже вроде как концентрат. Вот эту серию ароматерапия хвалили. Мне стало интересно. Девчонки, по туши Люкс Визаж XXL. Вот она у меня на ресничках сейчас в два слоя. Это как бы первое нанесение, она еще не раскрасилась. Освежила впечатление, вспомнила, что она действительно крутая. Ну, смотрите, как здорово. Очень здорово подкручивает и фиксирует. Вот у меня на левом глазу всегда есть одна ресница, которая выбивается из строя. Просто вот ее никак не поставить. А эту тушь поставила. Два слоя. Вообще обалденно. Раскрасится, будет эффект. Хлоп ресницами взлетает. Насколько я помню, она не отпечатывается. Вообще с ней никаких проблем нет. Просто шик, блеск, красота. По поводу кондиционера Вернель. Да, вы знаете, аромат гораздо насыщеннее, нежели у кондиционера предыдущего Веста. Но все равно нет такого шлейфа, как от Органы. Поэтому я, наверное, дальше больше экспериментировать не буду. И Органе свои любимые изменять не буду. От Органы на весь дом. От Вернель у меня такого нет, от Веста тем более. Хотя вот висит сейчас на балконе, сохнет белье, я здесь чувствую аромат. А вот то, что развешиваешь в ванной, потом, ну нет, такого все равно шлейф. Поэтому Золотая Органа у меня на первом месте. Кто любит, чтобы вот яркий аромат был от белья, то тут только Фаберлик. Еще одна покупочка Озон. Это вот такой лак, девчонки, попался он мне там что-то на глаза. IQ Beauty, по-моему, вот так называется. Про лак. Он с биокерамикой. У них заявлена стойкость до 10 дней. Объем большой и стоит он совсем недешево. 500 рублей вот я нашла с чем-то. Один пузыречек взяла, вот такой нейтральный цвет. Уже нанесла, чтобы дать вам отзыв. Что хочу сказать пока. Здесь один слой. Во-первых, мне безумно нравится оттенок. Очень нравится оттенок. И выравнивает ногтевую пластину. Он по жидкости. Еще говорили, здесь очень удобная кисточка. В принципе, да, она удобная. Сейчас покажу. Почему удобная? Потому что она вот так веером. Не квадратной, а веером. И удобно заносить лак под кутикулу. Действительно удобно благодаря вот такой форме.
У меня 0,08 оттенок получается, да, 0,08. И здесь еще укрепление у нас заявлено. Посмотрим, посмотрим, сколько будет держаться. Я вообще сейчас хочу нанести второй слой. Может быть, завтра нанесу, не знаю. Более-менее выравнивает ногтевую пластину. Выглядит достойно, красиво, симпатично. Натуральный оттенок. Пока все нормально. Но сегодня только первый день. Отзывы там совсем противоречивы. У кого-то 10-5-10 дней держится. Кто-то пишет, что в первый день сколы и облезает вот здесь вот на кончиках. Не знаю, посмотрим. Обязательно вам тогда в следующем влоге расскажу про стойк-стиль еще в этом, или может быть даже пост напишу в дзене, если будет что написать. А так, кто пробовал, тоже напишите, как вам. Да, все-таки второй слой. Вы знаете, мне со второго слоя не понравился. Я не знаю, вам видно или нет, но со второго слоя он полосит. Вот это не понравилось. С первого слоя естественно и классно, со второго почему-то полосит. Поэтому буду носить его теперь в один слой. Еще плюс забыла сказать, он очень быстро сохнет. Пока я красила вторую руку, первая уже сухая полностью. То есть, ну, минута даже меньше практически моментально высыхает. Вот это, конечно, тоже большой плюс. Особенно, когда нет времени долго рассиживаться, сушить лак. У нас сегодня с вами шок-контент, девчонки. Бренд Фи с Валберис. Я уже без него свою жизнь просто не представляю. Будет нам сегодня в этом помогать. Самый мощный, самый классный, самый суперский. Две упаковки всегда брать выгоднее. Ни на что прям не променяю, обожаю. Сейчас весна, и начинается вот такой вот трындец, мягко говоря. Вот пришли с улицы. Это Ксюшкины носки. Сразу их в таз. Это Крестюшкины штаны. Песок, песочница. У нас детская площадка вся в песке. И вот такой вот ужас. Кстати, на этих штанах еще были такие светлые пятна с прошлого года. Не отстирывались ничем. Тогда у меня не было такого чудо-средства, да, очистителя. Вот, поэтому сейчас мы будем все замачивать. Сейчас скипячу воду, и вот это дело мы все с вами будем выводить. Носки вот один раз одетые, новый только Фаберлик заказ был, да, и все. Мне сюда пойдет чехол со стула, с Крестюшкиного. Это у нас краска, потому что он у нее всегда самый грязный. У нее всегда все бибы падает, Даша чистая, ее самый грязный. Так, мы берем с вами столовую ложку. И буду я насыпать сюда очистителя, девчонки, ну ложек 6 точно, с горкой, неудобно мне одной рукой, ложек 6 с горкой, потому что пятна у нас сложные, а вывести их надо обязательно. Насыпали и выливаем кипящую воду, и в момент реакции прям будем с вами бросать все наши загрязнения. О, как шипит, пошла реакция. Самое главное, вот в этот момент забрасывать. Пошли носки. Так, теперь вот эта штука, штаны, я их прям вот так, грязными пятнами вниз. Еще полотенце кухонное нашла, здесь пятно какое-то тоже не выводится. Все сюда. Погружаем. Так, надеюсь, мне воды хватит. Я вскипятила кастрюлю и вот этот вот порез, который первый наливал. Ну да, хватает, в принципе, нормально, вот отлично. Все погружается. И оставлять будем с вами часа на два. Ну, проверим, может быть, и быстрее отойдет. Проверим. Так. У нас там реакция идет. Сейчас вот так поболтаю. Пены много. Я, знаете, лучше перестрахуюсь и насыплю побольше. Потому что, ну, цена вопроса не настолько большая, чтобы вот такие пятна выводить и не выбрасывать вещь. Ой-ой-ой, все, больше не мешаю. Смотрите, у меня уж как. Все, больше не трогаю. Оседай, пена, оседай. Я лучше насыплю побольше, но я знаю, что точно пятна выведу. Да, я не экономлю в этом плане, потому что мне важен результат. А другие пятновыводители, девчонки, вот спрашивали про Фаберлик. Слушайте, у меня, наверное, из краев сейчас все выйдет. Сейчас буду отчерпывать. А Фаберлик, допустим, да? Нет, не справляется он с такими пятнами. Хоть полбанки высыпай. Вот, ну, не справляется, не то. А, как бы кислородный пятновыводитель тоже с хорошим составом, ничего не хочу сказать. Но с такой задачей он не справится. Я знаю, потому что я пробовала, причем не только сухой, а любой, и так сяк, и через косяк. Нет, представляешь, что творится? Сейчас буду стоять следить, пока не осядет немножко. Не справится он с такой задачей. Я как бы знаю, я уже в этом убедилась. Пробовала. Нет. А здесь работающий продукт. Я раньше вот такие вещи стирала. Если не отстирывались, они у меня лежали. Потом либо выкидывала, либо оставляла, знаете, куда-то там на природу, на дачу и так далее. Но в люди уже в таком не выйдешь, естественно, да? Вот, поэтому... Ну вот 6 ложек, мне кажется, вполне достаточно. Можно сюда еще какие-нибудь вещи погрузить. Я сейчас поищу, может, что-нибудь найду. Ну, футболка в мандаринах. Вот я ее сегодня постирала, она не отстиралась. С порошком Фаберлик при 60 градусах. А, не отстиралась, поэтому тоже погружаем. Будем сейчас с вами еще пятна с ковра от мандаринов выводить. Ребенок очень хорошо покушал. И теперь мандарины очень тяжело выводить. Я это знаю. И апельсины, и мандарины. У них такой едкий краситель. Будем с ковра с вами выводить. Она прямо меня там все развезла капитально. Вот и все. Оставляем. Пенка уже сошла, пока я футболку искала. Пусть теперь все стоит.
Сейчас будем чистить ковер. Кри съела мандарины, и вот такой вот у нас остался след. Я уже развела раствор, насыпала пол-ложечки, залила кипятком, и теперь вот так щеточкой на пятна наношу очиститель. Они уже при нанесении начинают светлеть. Вот так пока выглядит, показываю вам поближе. Вот так. Потом все мокрой тряпочкой убираем, потому что могут оставаться следы. Мокрой тряпочкой потом проходимся после. А то, когда ковер высохнет, здесь будет, может быть такое белесое пятно. Поэтому обязательно остатки убираем. Так. Горячие, да, малыш, нельзя. Вот таким образом. Тихо, а то горячий, да. Так. Мандарины, конечно, тяжело отходят. Но, тем не менее, отойдут. Я уверена. Таким образом все пятнышки горячие, да, трём. Вот так это выглядит. Пришлось, конечно, потереть. Мандариновые пятна, они вообще самые трудновыводимые. Есть еще легкие следы. Но так как тут все мокрое, это все быстро пройдет. Тут легкие такие следы есть. Но по сравнению с тем, что было, терло прям долго. Мандарины вообще не удавалось ничем до этого вывести. Это надо прям танцы с бубнами, пляски и так далее. А тут красота. Класс. Ну что, давайте смотреть и уже отправлять все в стирку. Носок. Слушайте, неплохо. Неплохо. Штаны. Я сюда тряпку еще кухонную кинула. Штаны. Ой, тоже неплохо. Очень неплохо. С учетом того, что я вам рассказывала, тут годовалые пятна вот на коленках были. Очень неплохо. Все отличненько. Ну, футболку потом посмотрим, потому что я сейчас руками не полезу. Сейчас воду солью в унитаз. И отправляю все на обычную стирку. И будем тогда разглядывать. Ну что, достиралась? Давайте смотреть. Носочки. Ну, божеский вид. Слушайте, фокус-то где? Вообще красота. Так, сейчас потихоньку все достану, буду показывать. Полотенце кухонное, пятно ушло полностью, огонь. Чехол от стула тоже отстирался. Так, достаем дальше. Пятно от мандаринов ушло. Вообще класс, супер. Футболочка чистая. И штанишки тоже, девчонки, вообще. И штанишки тоже огонь. Тут резинки вот были все уделаны. Все отлично. Вау, вау, вау. Вообще супер. Практически новые вещи. Я думала уже, что вот эти штаны, если честно, не спасти. Потому что у нас такой гадкий, едкий песок. Он ничем не отстирывается. Вот завезли, он, знаете, такой вот какой-то чуть оранжевый. И он практически не отстирывается. Но мы с вами это сделали. Браво, бренд Фри. Браво очистителю. Еще одна покупочка Озон. Сейчас распакую. Покажу. Это зубный паст Консли. По 123 рубля. Озон? Не Озон. Валберис. Как упаковка пликует. По 123 рубля. Это очень хорошая на них цена. Дешевле не видела. Чаще всего беру их на рандеву. Там тоже скидки хорошие. А вот на Wildberries сейчас было дешевле. У них вышли новинки. Вот это вот реминерализующее. То есть, по идее, должна восстанавливать поврежденную эмаль. Распечатала. Я синюю, у них еще не видела. Синяя, еще какая-то серая вышла. Но тут, по-моему, вот на русском. Нет, не на русском. На русском что-то я не видела. Сейчас найдем. Вот. Кому интересна информация, состав, наверное, только... У нас ингредиенты, да, вот. Классные пасты, подсели на них после совета Наташи в Телеграм. Прям классно. Вот я распечатала уже, она была зафольгирована. Вот такая вот гелевая, голубенькая. Вкусная. Какая-то сильно мятная однозначно. Прям вот мята-мята, ментол. И фруктики, что ли, какие-то чувствуются, что-то типа... экзотических каких-то фруктов. И ментола много, кто не любит, вот когда во рту поджигает. Нет, это не та песня, прям его много. Но я такое люблю, мне нравится. Пасты классные, не вызывают чувствительность, не повышают эмали. Поэтому я им полностью доверяю. Вот потестируем новинку. Кстати, девчонки, по маникюру
Два дня продержалась, два слоя этого лака, и все, сегодня вот стерла, потому что жуть. Буду пробовать его носить с одним слоем. Мне кажется, так он будет и носиться дольше, и ногти выглядеть аккуратнее. Вот такие дела. Ну и на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, в том числе на очиститель Brand Free, под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую, всем пока.